И снова всем привет, друзья, товарищи. Сейчас мы проходим хиджаму, и у нас зона номер один была. Это вот верхняя часть, да, до где заканчиваются легкие. Зона номер два – это ягодичная зона, да, и поясничная вместе. Там седалищный нерв ставится, сустав тазобедренный. Зона номер три мы сейчас вот демонстрируем, да, это вся задняя часть ноги. Ну, вот у нас два комплекта по 12 банок, получается, мы поставили сейчас где-то 18 банок получилось. Поэтому для второй ноги придется покупать еще два комплекта, да, чтобы покрыть две зоны. Также, если там что-то у человека, вот напряжение есть, допустим, с одной стороны, да, то можно вот полностью по вот этим большеберцовым, малоберцовым мышцам пройтись. Вот, ну, в зависимости от проблемы спрашиваем, да, вот колено все обколоть спереди и сзади, если она опухла, да, опухоль хорошо снимает. И с осторожностью работаем вот с этой точкой в подколенном сгибе, да, потому что здесь лимфоузлы находятся. Мы как бы 2 минуты подержали баночку, сняли, дали отдохнуть, одели. Ну, где-то там примерно 1,5 минуты, 2 минуты, пока с другими банками сливали кровь, например, да, подержали, дали отдохнуть. Опять одели. Итак, к слову скажу, 20 раз. Получается эффект насоса. Мы сюда, к этим лимфоузлам, где макрофаги убивают всех вот этих вот бактерий, грибков, кислоты там всякие, да, вирусы, собираем, стягиваем, получается, со всей ноги, да, лимфатические сосуды туда их приносят, и они там уничтожаются. Сняли, одели, пока стоят банки. Это сухая хиджама, и теперь переходим, когда гиперемии достигли, да, теперь переходим к мокрой хиджаме, делаем надрезики. Соответственно, вот такой резик, посмотрите. Заостряем его, вот оно, видите, какое. Обрабатываем, ну, я для украшения видео не буду долго рассказывать, показывать, вернее, спиртом все обработали, сделали надрезочки. Лезвие лежит на спиртовой ватке. Все, еще раз предупреждаю, чтобы не писали какие-то там комментарии. Все, это я демонстрирую просто, да. А так на самом деле работаем в маске, в шапочке, ну у меня вместо шапочки повязка, в перчатках, все дезинфицировано. Это медицинская процедура, работаем с кровью. Все у нас расходные материалы одноразовые, запомните. Ну, кроме банок. Банки персональные, их можно помыть и использовать второй раз, естественно, протерев потом хлоргексидином. При постановке банки мы спиртом протираем вот это место, да. Так что полная дезинфекция. И уже с надрезами кровь поступает. 2 минутки прошло. Снимаем, собрали кровь, утилизировали ее, да, пока другие банки подходят. Ставим эту банку. Ну, например, вот эту вот уже там созрела банка, да. С нее аккуратно снимаем кровь и ставим обратно. Видите, как посинело хорошо. Синячок, значит, это проблемная зонка у тебя там. И так тоже 20 раз. 2 минуты прошло, сняли, убрали, одели. Вот. Приходите к нам на тренинги, коллега Валаф и Гудвину. Мы изучаем очень много разных материалов, полезных для массажистов, для работников по восстановлению тела человека, его организма. И в данный момент мы изучаем аль-хиджаму. Это по арабским суннам. До новых встреч, друзья. Пока-пока.